Здравствуйте! С вами за кадром Ольга Ингрия, и вы находитесь на канале вязания Фриформ. Сейчас я вяжу свой очередной заказ. Это берет с отделкой Фриформ. Но помимо отделки Фриформ на ободке, я решила украсить этот берет еще вот такими объемными элементами. Эти элементы называются кукурузное зерно. Или их еще называют кулечек, по-разному еще терминология не устоялась. И в этом небольшом видео я хочу вам показать, как же вяжется такой элемент. Его можно использовать не только в вязании фриформ, но и в обычном вязании, как украшающий элемент, как, допустим, в этом берете представлено. Итак, я должна связать кукурузное зерно. Для этого в петлю я вяжу 5 столбиков с накидом. В одну петлю. Количество условное. Вы можете попробовать сделать больше столбиков с накидом в одну петлю или меньше. Все зависит как от толщины пряжи, от ее свойств, так и от того, насколько объемным вы хотите сделать этот элемент, кукурузное зернышко. Итак, я связала в одну петлю веерочек из 5 столбиков с накидом. Теперь переворачиваю вязание, нахожу первую петлю этого элемента, вкалываю крючок и, вытаскивая нить, провязываю петлей прикрепа первую и последний столбик. Вот таким вот образом я связала кукурузное зерно. Между этими элементами я провязываю обычные столбики, чтобы разделить их один от другого. И покажу вам еще разочек, как можно вязать такой элемент. Я вам показала только что, как его вяжут с поворотом, но есть и другой способ. Опять в одну петлю вяжется 5 столбиков с накидом. Опять-таки повторюсь, что может быть и 6, и 7. Количество столбиков зависит от того, насколько пышным вы хотите видеть этот элемент. Я связала 5 столбиков с накидом. Дальше отпускаю нить, нахожу первый столбик, вкалываю в него крючок, захватываю отпущенную петлю и провязываю через первый столбик. Вот это второй способ провязывания элемента кукурузное зерно. Этот элемент очень популярен в вязании фриформ, так что берите себе на вооружение и пользуйтесь. Но его можно использовать не только в вязании фриформ, но и в обычном вязании. Например, вместо пышных столбиков вы можете провязывать такие элементы. Покажу еще разочек, как он вяжется. Можно цветочки вязать, у которых лепесточки являются кукурузными зернышками. Ну и что-то другое придумать. Итак, я должна связать в одну петлю
такой веерочек из нескольких столбиков с накидом. Но мне больше нравится способ с поворотом. Переворачиваю вязание, вкалываю крючок в первую петлю и одним движением соединяю первую и последнюю петлю. Вот такой столбик у меня получился. Объемный, рельефный, необычный. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Вы узнали что-то новое для себя. Пользуйтесь. Ставьте под видео лайки. Подписывайтесь на мой канал. А пока всего доброго. Ваша Ольга.